остановилась, машинка пошла в город. Может, перехватишь, навстречу выскочи? Блин, ну это... Все, ладно, понял. Общение остановилось, а мы к кольцу подходим. Она в сторону города пошла. Так. Понял. Уж так потише бы собрали. Здравствуйте, областной ГАИ. Документы ваши. Ключи. Ключи, говорю. Из машины вышел. Где документы? Где документы? Какие? Водительское удостоверение. Ключи. Руки расслабь. Расслабь. Ну это, скорость выключи. Вытаскивай. Нет, чего вы толкаете-то его машину? Его никто не толкает. Нет, а что вы делаете? Провоцируете. Че, что делать? Документы просто прошу его. Ну, кстати, говорите нормально. А вы что, молодой, отойдите отсюда, пожалуйста. Как отойдите, это отойдите? Вы отойдите. Я не отойду. Отойдите. Как это я отойду? Там так, братишка, как ему будет отойти? Лучше по-хорошему. Я не отойду. По-хорошему. Какому хорошему? По такому хорошему. Вот по такому. Я еще раз говорю, документы на право управления. Страховой полис не себе. Максим. Взрослый человек. Я киплю как чайник. Почему? Потому что что-то не так происходит. Что? Кто-то нарушает правила. Кто? Явно не я. А кто? Ты видишь физически, а этого не видно. Я киплю, я пытаюсь это тормозить, вы меня пытаетесь остановить, не надо меня останавливать. Я иду своей дорогой. Вы слышали? У меня своя дорога, и в нее вмешиваться нельзя. Вы слышали, говорю уже? Да. В каком году? Последний раз не помню уже. Можете пробить по дороге. Максим, на нас-то свою агрессию не надо проявлять. Поверь мне, если я ее проявлю, вы здесь все охренеете. Алло, 12.75. Максим, успокойся. А я не кипел. Нет, вы сами говорили, я киплю. Сами же нормально разговаривают. Ты в курсе то, что я Армагеддон остановил? А? Какой Армагеддон? Конец света. А? В каком смысле? В прямом смысле. Ты думаешь, кто-то сейчас на телевидении пляшут все? Причем все, весь мир, пляшет. Под мою дудку, ты знаешь, кто я такой? Максим, успокойтесь. Судить меня хочешь? Я не сужу никого. Вот и не думаю, что это нужно делать. Ты даже не пешка. А звезда у меня выше, чем у Сталина. Если ты не заметил, у меня голубые погоны. Они красные. Решай, судья. Что сделать с судьей? А? Можешь меня судить? На суде? Своего рода. У тебя две звезды, а у меня одна большая. Ты думаешь, кто такой был Сталин и Петр Первый? А? Не знаешь, а я знаю. Я вас из говна вытаскиваю, придурки. Ужасно. И лопата у меня громадная, я весь в говне по уши. Точнее вы, а не мы.
Пусти меня, и я спокойно домой еду. Ну, поедете домой, если себя хорошо вести будете. Да я веду себя хорошо. Вы возмущаетесь очень много. Я сегодня пропустил удар. Максим, очень серьезный. Я с вами абсолютно нормально разговариваю. Разверни камеру.